Девочки и мальчики, привет всем по просьбе трудящихся. Мы с Мариной на рынке. Думала, одна поеду. Марина думала, не захочет, но говорю, поехали со мной. Она все-таки поехала. Вот Марина моя. Привет. А я даже сегодня без шапки. Поэтому вот так волосы уложила. С утра за мной приедут Алексей с Верой. Думаю, буду без шапки ходить все равно по рынку. Сейчас пойдем внутрь и посмотрим, что там. Винсенту говорю, Винсент, я завтра на рынок пойду. Он помнит этот рынок. Ему очень понравился. Его тут кормили и поили, и что только тут он не пробовал. Сейчас посмотрим. Ну да. Заходим. Так. О, аптеки. О, тут много всего. Ты посмотри. Всякие сумки, пуховики. Вау. Пуховички-то красивые. Смотри, красный какой. А сколько стоит такой пуховичок? 95? Да, ну вот Наталья в самой первой лавочке растаяла и решила сделать примерку. Ну что сказать? Королева красоты. Вот скажи, хорошо мне этот пуховик или маловато? Чуть-чуть сзади, да, маловато. А так вообще очень надо хорошо. Да. А, ну, ты знаешь, даже в принципе, как ты себя чувствуешь? Ну, наверное. Немножко вот сзади как бы складочка. Нравится, а вообще, да, королева красоты, стройняшка. Шарфик только надо этот, не голубой. Не голубой. Ты меня полный рост делаешь? Да. Мне кажется, вы будете большая, если больше этот класс. Ну, ну как-то вот, видно, чувствую я. Народ, вот, народ подсказывает. Ну, моделька хорошая, да. Но только... Мне тянется такой вот поколение. Ну, у тебя тоже такое поколение. Да. Но только ты сама понимаешь, сама что... Сама не знаю, поеду в Флориду, зачем мне пуховик? Да? Вот я говорю, ты сама я понимаешь, что он тебе не нужен. А я поеду на Аляску опять. Я тебе пришлю тогда его. Белорусская обувь здесь продается. Марина говорит, качество у них шикарное. Классно. Какие каблучки симпатичные, смотрите. Зашла сейчас в магазин, тут вот обуви белорусский. Не стала снимать, но хочу вам сказать. Такие модные вообще башмаки. Такого качества шикарное. Марина говорит, ходит только в белорусской обуви, представляете? Я вообще не знала, что белорусская обувь такая хорошая. Вот так. Блин, у меня так волосы отросли сильно. Ну, дальше по рынку. Ну, что вам сказать? Какой-то такой вот вроде и народ есть, а как-то и не так много народа, видите? Как-то не очень здесь весело. И пока не вижу я продуктов, вижу вот только сумки, пуховики, зонты. Все вот такое. Вот колбаска. А вот, ой, смотрите, как красиво у вас тут нарезано. Прелесть. Да. Ну, вот колбаски очень много красивой. Прелесть. Докторская колбаска есть. Розовая-розовая. Ну, конфеточки. Сейчас вам будем смотреть, что здесь есть. Здесь алкогольные напитки. Посмотрим, сколько стоит бутылочка. Ну вот, кстати, недорого здесь. 8 евро стоит бутылка. А вот это маленькая. Это побольше, а это самая большая. 10,90. И даже новый появился бальзам. Называется шоколад и ментол. Я, у меня такого еще не было. Знаю смородина, знаю кофе, знаю вишню. А вот этого я не видела еще. Первый раз. Ну, вообще много здесь всего. Такой магазин классный. Просто вообще супер. Столько здесь всяких матрешек. Столько здесь деревянных всяких подставочек. Столько здесь... А посмотрите, какие куклы. Вы посмотрите, как они сделаны. А ногти? Это же произведение искусства. А носочки? А жилеточки? Я просто вообще ходила, я сейчас прям как кошка обо все это терлась. Трогала, нюхала. Вот, хозяйка бани.
такая вот шапка, носки. Тоже со снегиречками. Тетка-то нас обманула, говорит, сама я вязала. А она, оказывается, это машинная вязка. Это вот много где они продаются. Видите, вот даже длинные чулки такие. Приходите сюда, в этот магазин, потому что это вообще просто здесь такие шапочки. А продавец, просто я в него влюблена. Посмотрите на него. Он такой милый, такой улыбчивый, вообще просто. Посмотрите тапки. Ну как такие тапки можно вообще отпустить? Вот просто нам во Флориде такие тапки не нужны. Вот так бы я, конечно. Сейчас похожу, но что-нибудь куплю. Сейчас пойду похожу. Поэтому спасибо вам. Мы сейчас к вам вернемся. Пожалуйста. Такой хороший дядечка, вообще прелесть. Так, где у меня Марина-то? Пойдем дальше. Я уже дошла до этого, до магазина, где продается алкоголь. Видите, я второй раз уже здесь иду, потому что Марина меня нашла, она там по телефону разговаривала. И мы с ней вернулись в магазин, потому что я до этого с этим дядечкой разговаривала долго-долго. И когда она наговорилась по телефону, она уже прошла мимо меня, где я стояла около алкоголя. Ну, в общем, ладно, неважно. Говорю, эта информация никому не нужна. Мы зашли в департмент или в отдел, где все продается вкусненькое. Посмотрите, чурчхела, да? Это чурчхела? Ну, это чурчхела. Разная такая всякая. Ты не любишь эту чурчхелу? Ну, люблю и похвала, и то все это как-то. Найди мне торт Наполеон, пожалуйста. А, здесь это фирменный. Нету, да? Мы пошли с ней в магазин, и я купила торт Наполеон. В каком магазине? Лейч. Лейч. Да. Там Наполеон просто отвал башки. Вот да, просто можно там съесть вместе с языком, даже не заметишь. Да, и я прям мечтаю туда опять попасть. Мы с тобой туда пойдем сегодня, чай попьем с, ну, да, с Наполеончиком. На рынке нет. Да. Ну-ка, а здесь что? Смотрите, разные тут красивые. Ну, вот это все красивое. Тут у нас тоже все это есть. Вот такое. Пироги вон с яблоками, мясом, с черешней. Смотрите, как красиво. Так, что бы нам такое попробовать здесь? Ну что здесь? Chill Hub. Тут есть что-то наше-то, вот грузинское. Наше грузинское есть. Ну потому что названия такие, я не понимаю здесь. Я здесь, не, если честно, сказать, не хожу, не пусть. Лабиц какие-то. А вон пельмени хоть наше название. Блинчики. Ну да, где блинчики? Это блинчики называются? Панкукас. Ага. Такая быстрая еда. Я здесь не. А что это? Я думаю. Ты подумай, а? Я думаю. А я прям готова и там, и там, и там поесть. А блинчики вообще обожаю. Интересно, как у них блинчики вообще выглядят. Ну-ка. При тебе все делают. А, вон как. Это пельмени делают, не блинчики. Тут тоже непонятно. Где мы с Винсентом хоть пробовали? Где-то нам наливали чачу или что там наливали? А, нет, подожди, как она называлась? Шмаковку наливали. Ну, это, может, Латгалия? Нет, здесь. Наливали шмаковку. Я не хочу это ничего пробовать. А продают шмаковку здесь? Шмаковку? Ну, наверное, продают. А вот я бы купила бутылочку шмаковки домой. Да? Ну да. Конфеточки. Так, вот пирожные. Я не вижу здесь какой-то Наполеон. Наверное, и нету. Марина вон в магазин прям зашла. Посмотрю, что там еще в магазине. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Я ваша Ничего себе! Здравствуйте! Только никогда Ой, не всегда ставлю лайк, но никогда ничего не пишу. Ой, сразу говорю, просто ну восхищаюсь вашей поездкой сейчас. Ну просто. Ой, спасибо. Надо же вот так вот увидеться, да? Да, я уже
самое. В ЖКС, а вы который... знали, что я в Риге? Да, я же смотрю с вами все. Я уж не помню, с какого года. Ничего себе. Да, смотрю, что я спасибо, не... Спасибо, как не... вас зовут? Меня зовут Майя. Майя, очень приятно. А вон, видите, моя сестра. Да, 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 это Майя. Я уже тоже знаю, так что... Видишь, как? Я даже... Вы, по-моему, приходили к Максу. Подарок приносили. Да, 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 Макс. Макс с тобой встречался. Я вас видела, я села только рядом. Макс сюда приезжал, когда встречались. Да. Да. Он все скрывал гостиницу, но это так легко найти, это же Рига. Да, да, да. Я бы сидела со стороны, посмотрела, я не могу быть, наверное. Вот видите, какая подписчица у меня красивая, Майя. Так что это самое. Как приятно идешь и... Здравствуйте, Наташа. Так что смотрю, очень приятно, спасибо вам. Все нравится, все с удовольствием. Вашим девочкам всем привет в Америке. Хорошо, всем спасибо. Русским. Ну, конечно, всех этих пушистиков, не то слово, обсуждать не имейте. Хорошо. Бусинок и всех, как кошечек. Хорошо, спасибо вам большое. Вам. Извините, до свидания. Очень приятно было. Ну, вообще, спасибо, конечно. Да. Приятно. Же вот, как видите, как бывает. Здесь не будем. Ничего здесь нет, да? Ну вот торт. Ну Наполеона тут нет. Нет, нет. Того Наполеона нет, здесь нет. Да. Это единственное. Так, выходим. Что здесь еще есть? Вот еще здесь какие-то выпечки. Ну вот тоже похоже на Наполеона. А, нет, Медус. А это с безе, что ли, сделано, да? Ну, я не люблю безе вообще. Рыбный отдел. Ну, посмотрите, сколько здесь всего. Боже мой, сколько здесь много всего. И селедочка, и скумбрия, и икра на развес разная. Девочки, не говорите, да у нас то же самое, я верю. У нас нет. Поэтому я это все показываю сама себе, наверное. Камбала или карп. Карп. Обалдеть. А вот, смотрите, икра. Что, вообще так недорого. Вообще класс. И скумбрия, и всякие рыбочки, и чего только, чего только. Боже. Я не знаю, у меня прям голова кружится от зависти. От того, что вот нет у нас таких рынков, чтобы можно было купить черную икру, вот так, да? Ну, икра дорогая, черная. А красная недорогая. Я не знаю, я пробовала когда-то черную икру, наверное. Потому что, если я думаю, что она безвкусная. Вот мне кажется, что черная икра, она совершенно без вкуса. Красная икра, она такая солененькая, рыбная. Не знаю, где пробовала, не помню. Или я никогда не пробовала, но мне кажется, не знаю. Пойдем на улицу, да. Чок-то какой вообще, смотрите. Обалденный, свежий-свежий, а укроп-то просто пушистый, а это... Это так это сказала женщина, а, вот кинза. Да? Ты кинзу любишь? А Света это все слышала? Кинза. Мне, кстати, надо купить, чтобы... Прелесть. Ну, посмотрите, как здесь яблочки, цветная капуста. Ой, такая прелесть. Я не знаю. Вот почему мне кажется, что у нас такого нет, хотя у нас все такое, видимо, есть. Но я хожу только в Пабликс. В Пабликсе не купишь такого, все, я не знаю. Покупаю зеленый лук. Все время какой-то он такой уже не очень свежий. Сейчас напишут мне, конечно, индивидууму. Что ж ты хаешь Америку? Вы знаете, вот я под впечатлением того, что в Америке все ГМО. Все, почему я здоровье уже лишилась? Я очень сильно поправилась в Америке. В Америке, чтобы похудеть, нужно сделать операцию. Потому что такие продукты. Нет вот таких вот рынков, чтобы вот прям пошел каждый день. Бывают они там по средам, надо туда попасть. Что там продают? Я, сколько мы были с Винсентом, мы из этих рынков только цветы носим. Честно вам говорю. Нет такого выбора рыбы, нет такого выбора. Нет таких рынков, нету. Опять же, я не была везде. Я говорю по тому месту, где я живу. Все. Смотрите, какие медовые свечи. Мне Вера однажды привезла как-то медовые. Такие они вкусненькие. Они так пахнут вкусно. Ну-ка. Да, медиком прям пахнут.
Просто вообще классно. А здесь пледики продаются всякие, коврики. А, ну это для собачек, для кошек. Марина, едем с рынка, купили опять Наполеон, купили тортиков, я купила, значит, вина, не только вина, как он называется, это бальзам. А, бальзам. Бальзам рижский купила новый, вот этот шоколадный, ментоловый, не знаю, повезу в Америку пробовать. Да, вот да. Едем домой, вот. Сейчас пойдем опять в магазин. А бальзам вот рядом с домом. Ладно, ну ладно, что я на рынке купила. Мы зашли в местный магазинчик, Максима называется. Ой, вы посмотрите, какие грейпфруты. Это ж офигеть надо. Вот это да. Музыка орёт, конечно, здесь. Нужно говорить, говорить, и то, не знаю, пропустят ли меня. Но она говорит, такой маленький магазинчик у нас. Я думала, ну маленький. Но я хочу вам сказать, это не маленький магазинчик. Вот. Но что меня единственное огорчило в этом магазинчике, что здесь нет туалета. Говорю, как нет? Я говорю, это же большой магазин. Говорит, нету. Вот это меня очень даже удивило. А так, как бы, не знаю, что еще. Вот, все, в принципе, все, что есть, все, что у нас, то и у вас. Ничем никого не удивишь. Хлеба, конечно, конечно, другие. Что там говорить, в Америке хлеб. А, только в русском магазине надо покупать. Он такой, знаете, как клейкий. Здесь такого даже хлеба нет, как у нас продается. Не знаю, что за хлеб, почему он такой в Америке, не знаю. Так, вот яйца покупаем. Да. Как у вас здесь громко музыка орёт? Это ж вообще... Да. Это ж обалдеть надо. Вот видите, покупаем здесь. Сырный салат купили вчера, съели, очень понравился. Вот, хлебушек. Чего тут еще? Сгущенное молоко. По крайней мере, есть еще, знаете, вот на русском языке. Очень приятно. Я вот купила какой-то айран. Скажите мне, кто знает этот продукт? Турецкий, типа кефир. Интересно, вот буду пробовать. Марина будет делать курицу на соли. Но вот надо прям крупную. Вот это похоже на крупную, мне кажется. Это какая-то... Другая, да? Да, вот настоящая. Так, соль. Ну-ка. Ну попробуй, ну вроде такая. Ну так это мало этого. Что, мало этой пачки? Конечно, я прям, вот я вот, такую пачку брала, вот, ну, типа, такой целую. Так здесь килограмм. Ну, вот, я не знаю. Надо, чтобы подушка прям была. Выходим из магазина с Мариной. Ну-ка, Марина, пожалуйся всем, как нам повезло. Перед нами стоял парень, ну, мужчина из Китая. Он говорит, вот я из Китая, по-английски. Он говорит по-английски, по-китайски и очень слабо по... Ну да нет, по-русски он не говорит. И он чего-то не доплатил, или он переплатил. И все это мы разбирались. И даже он по-английски мне объяснял, и что-то по-английски я не очень поняла. И мы стояли. Да, он собачка. Да. И, короче, мы стояли, наверное, я не знаю, минут 20.
минут 20 стояли, пока он там разберется. Вся очередь там прямо аж. Кассира, как, конечно, второго нет. Да, второго кассира там не было, да. И мы стояли и сначала вообще поняли, что он несколько. Сначала поняли так, несколько дней я пришел, купил товаров на $1000. И не доплатил 650. Мне нужно доплатить. Мы все охерели, говорим, как доплатить? Каких продуктов ты мог купить на $1000 здесь? Маленьком магазинчике. И причем пришел доплатить еще 600. Я говорю, кассирша, говорю, дают, берите, говорю, плати, пусть платит. Потом чего-то начали разбираться, да, чего-то он. По-английски не понимает. Да. Хорошо, так а я что, я тоже все равно его не поняла. Потом... Я офигела, думаю, как? Не доплатил 650. Он сначала что-то про пиво говорил. Про пиво. Не знаю, потом такие, мы, ты что, пиво, что ли, грузовик купил? Ничего понять не можем. Да. В общем, потом подошла заведующая, и что-то там, в общем, они еще с него взяли. Но уже отдельным чеком что-то там. Уже не 600, а 700. Уже 721. Не знаю, короче, по-моему, он сам себя обработал. Не знаю. В общем, смеялись, и жарко, Марина стоит, говорит, вся спотела, говорит, с меня все течет. Но туалета в магазине нет. Все, короче. Ты куда? Ой, за картошкой пошла, смотрите. Какой магазинчик. Ого! Неужели такой магазинчик тут? Ничего себе. Это что, овощной, что ли, какой-то? Картошки. Ой, как интересно. Да, да, да. Я ничего не хотела, я просто так. Да, видите, вот овощной магазин, закрыли дверь. Что, говорит, вы хотите? А чего я хочу? У меня бездонная бочка YouTube. Говорит, давай, 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 еще видео, давай, давай. Ну, а я вот на. Снимаю. Слушайте, у меня такие волосы длинные, это вообще офигеть. Но мне нравится. Мне очень нравится, как выглядят мои волосы сейчас. Очень красиво, и сегодня не так холодно, поэтому я без шапки. Ну, в общем, как-то так. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Просто балдею. Так, картошка куплена, да. Продукты куплены. Там далеко идти-то? Да, так, тут такие, кстати, домики симпатичные у них, вот эти вот квартирные. Все такие отреставрированные. Вот это вот было старое здание. И его отреставрировали, смотрите, как новое. Ну, правда, балкончиков нет, жалко. А здесь балконы заменили. Надо же, вот в старом здании можно заменить балконы. Ну да, ну вот видишь, тут вот, конечно, тут такой райончик еще. Ой-ой-ой. Но вообще это все у центра города. Одна остановка и центр, представляете? Поэтому все это реанимирует, реставрирует. Если дома, квартиры дорогие в этом районе за счет того, что это центр. Да, очень дорогие тут. Ну, новостройка, ну и старые тоже дороги. Да, конечно. Да. До центра можно пешком дойти. Так мы и шли. Пешком до центра.